Всем привет, с вами канал Супер Андроид. Сегодня у нас будет видео о том, как понизить API приложения, то есть сделать приложение поддерживаемым на вашем Android устройстве. Сразу хочу сказать, забегая вперед, что не факт, что приложение после этого запустится, поэтому учтите риски, поскольку рассуждать на эту тему можно долго. Я просто покажу, как это сделать, а уж запустится приложение или нет на вашем устройстве, это уже будет зависеть от самого приложения. Итак, нам потребуется приложение APK и Editor, версия Pro, иначе без версии Pro у вас ничего не получится. Для этого можно выбрать два варианта: установленный APK или выбрать APK файл с вашего Android устройства, которое, допустим, не установлено. Вы скачали где-то там, закинули их себе на смартфон, планшет и хотите установить, а у вас не получается, пишет, что не поддерживается. Итак, мы берем программку и открываем нужное нам приложение. Соответственно, откроется приложение, которое расположено на карте памяти. Я выберу приложение из тех, которые у меня сейчас не установлены для демонстрации, и покажу, где сохраняется приложение и как все это дело провернуть. Есть вот такое приложение SyncPay. Открываем данное приложение. Здесь мы выбираем полное редактирование. Открывается вот такая вот страничка, после чего нам необходимо нажать на подкладку «Манифест». В подкладке «Манифест» выбрать «User SDK Android Mini SDK Version». Как видите, здесь версия 19. То есть я внизу в описании видео дам ссылочку на таблицу, где указаны, какие версии Android. Вот так выглядит эта табличка, то есть вы смотрите версию SDK и меняете ее на свою. Сейчас я выберу клавиатурку, для того чтобы было все понятно. Удаляете данную версию и, к примеру, понизим версию до SDK 8. И нажимаете «Сохранить», после чего нажимаете «Сборка». Идет компоновка, слияние, подписывание приложения на русском языке. Кстати, в приложении есть офигительная справка. Если вы хотите работать на компьютере, можно поставить вкладочку «Выполнять в фоне». Насколько быстро все это дело произойдет, тут уже зависит от вашего Android-устройства. Показана папка, где сохранен подписанный файл. Можно прямо отсюда установить, можно перейти и установить позже. Подписанный файл находится в папке на вашем Android устройстве APK Editor. Вот этот файл. Сейчас мы его установим. К сожалению, у меня на данном этапе нет устройств, которые бы смогли запустить данное приложение. Планшет у меня в ремонте, там очень низкая версия Android 4. И запускаем. Как видите, все работает, приложение полностью рабочее, оно запускается. Вот такой вот вариант APK Editor. Ссылка на программу будет в описании видео. Еще раз повторюсь, что приложение может просто не запуститься или же работать некорректно. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!